Ой, бляха, муха, прям бородой об это роль. Всем привет, с вами канал 24, и сегодня у нас модик, который под названием PAS 32054. И тут у нас вопрос. Ну, скажу так, что под 1.44, под 1.45 обновился, и у нас не камазовский, ребята, не камазовская кабина, говорю сразу, а то есть моды, которые выполняются в виде, ну, имею в виду именно данный мод этот, да, который выходил сколько уже под разные версии, если постоянно у него было камазовские версии, но в некоторых, по-моему, в 1.41, что ли, я уже не помню, надо посмотреть точную дату, так сказать. Но здесь я скажу, что кабина как и есть, то есть внутри, то есть без всяких проблем, вот как должно. Мы посмотрим однозначно, очень интересно и так далее. Так, а та кабина по 6.4:2, по двигателям здесь у ЗМЗ, ЗМЗ-513, ЗМЗ-5245.10, понятно. По трансмиссии 5 передач, я не стал подключить коробку передач, это, ну, на коробке автомат поедем. По интерьеру, оригинальный у нас салончик, в целом мне нравится, неплохо, немножко, конечно, поправить текстурки, текстурочки надо поправить, а так бы вообще будет замечательно и классно. Вот, конечно, надо с текстурами немножко поработать. Поработать это 100%. Ну, так вопросов ноль. Вообще, честно, есть какие-то иные, какие-то пассажиры, которые дополняются. Особенно Петрович там, по-моему, и... То есть в КамАЗах, ну, это хорошо, это классно. Слушайте, ну, если будет анимация, будет классно. Будет классно. Так, что у нас по покраске здесь? Обычный польский цвет, либо металлик. Либо обычный такой. Что касается по аксессуарам, здесь, в принципе, все достаточно... Такого ничего нету, потому что все уже за вас, так сказать, добавлено. За вас уже все добавлено. Поэтому оставляем как есть. Внутри у нас руль нельзя. Ну, зато можем здесь на аксессуары на руль можно поставить. Так, ладно, принимаем, смотрим, ребят. Слушайте, ну это уже классно, что вот это наконец-то забыли. Про этот камазовский, внутренность камазовского, потому что это реально вот прям неподходящий, так сказать. Сейчас посмотрим, что он из себя вообще на самом деле представляет. Очень интересно, очень интересно. Он вышел вчера, по-моему, я его только заметил чуть попозже, потому что Mercedes-Benz SK, который мы с вами смотрели, вот, и потом он сразу, когда уже ложился спать, это просто решил... Посмотреть, что-то может быть новенькое вышло. И этот вышла у нас этот интересный автобус. Поэтому сейчас посмотрим. Угу. О, как. Я понял. Стоп-сигнал. Но стоп-сигнала нет. Ладно. А он где-то внизу вообще, по-моему. Стоп-сигнал у этих пазов внизу. Так, у нас даже бортовой компьютер есть, ребята. Даже бортовой компьютер. Так, поворотики есть, хорошо они. Есть. Офигенно. Офигенно. Да ладно! Да ладно! Да ладно! Вы серьезно? Да ладно! Сейчас не знаю, что сказать. Ребят, да ладно, анимация есть. Знаете, почему я удивился? Потому что на данном моде не было анимации. А все-таки решили его исправить. Это классно. Ничего себе! Вот это да!
Вот это красавчик просто. На таком красавчике покататься просто с удовольствием. Офигенно. Просто, мне просто слов нету, реально. Однозначно офигенно. Наконец-то. У нас наконец-то и появился... Так, выходим. Следующая станция у нас. Блин. Офигенно, просто офигенно, ребят. Вот просто офигенно. Класс. Да, дождались, ребята, дождались данного момента, то, что наконец-то сделали его по-человечески. Просто класс. Немножко, конечно, в принципе, доработать надо с текстурами, более качественно сделать, но а так офигенно просто. Просто офигенно, блин. Ну я честно рад. Я честно рад, то, что наконец-то у нас выпустился данный мод, который я... Даже не думал об этом, что он и есть. Класс, просто кайф, ребят. Я честно скажу, я в шоке. Просто в шоке. Просто в шоке. С вами канал 24. Всех люблю, целую. Увидимся на видосах и стримах. Сегодня еще постараюсь сделать обзорчик. Обзорчик по-любому. И однозначно советую данный мод покататься. 100%. Есть проблемы, косяки, конечно, ребят, но это дело исправимо. Я думаю, что это можно все это исправить, если прям не будет, как говорится, лень. Не будет просто лить. Ладно, всех люблю, увидимся на видосах, стримах. Сегодня еще будет обзор.